Хайс, привет! Все, сейчас покушаешь и спать. Иди сюда. Привет! Так. Сейчас, подожди. Розятка. Вот. Диана, сегодня будет ночь необычная. Капа, какая необычная ночь? У тебя каждый день ночи необычная. То ты храпишь, то ты телевизор всю ночь смотришь, то еще что-то. Что может быть в этот раз? Диана, это такое в интернете нашла. Заклинание. Капа, какое заклинание? Мне еще-то заклинаний твоих не хватало. Да и вообще, пойдем уже спать. Нет, Диана, это очень серьезно. Я хочу сегодня вызвать настоящую куклу. Капа, и ты в это все веришь? Кап, это же обычные сказки про серого бычка. Диана, подожди. Ну выслушай ты меня. Ты все серьезно. Ты настоящая кукла. Ты представляешь себе? Она будет смеяться, ходить. Я буду плести косички, прически. Ну, Диана... Так. Хорошо, Кап, я тебя слушаю. Говори. Диана, слушай. Сейчас будет уже ночь. 12 часов. Надо куклу взять, крепко обнять и прочитать заклинание. Кап, вот не нравятся мне вот эти вот твои странные эти штучки. Диана, слушай, нужно пойти лечь в кровать, куклу крепко перед сном обнять и сказать, где ты, просыпайся и с утра со мной гуляйся. И тогда... Капа, что тогда? Диан, что тогда? Как кукла появится? О, Диан, можешь мне посоветовать, какую мне куклу выбрать? Тут есть кукла-веселушка, потом кукла-болтушка и кукла-невеста. Диан, какую выбрать? Капа, вот мне интересно, эта кукла что к тебе? Ногами придет. Диан, ну я не знаю, как она придет. Но она же настоящая, как-то придет. Диан, ну какую мне выбрать? Ой, я думаю, невесту. Ой, Кап, хорошо, выбирай себе там какую хочешь куклу, но поверь мне, это заклинание 100% не сработает. И вообще, пошли уже спать. Ну, Диан, идем. Только, Диан, спать мы будем сегодня вместе. Это мне как-то страшновато. Кап, ну наконец-то, пойдем уже. Телефон? Диана, только в интернет зайти. Mm-hmm. Диана, только, пожалуйста, будильник поставь. Не хочу проспать, как кукла придет. Ладно, как поставлю. Когда 12, Диана, пожалуйста. Хорошо. Ты поставила? Хорошо. Ставлю, как ставлю. Все, как поставила. Ты рада? Диан, да. А сейчас заклинание. Ой, Капа, как ты мне уже надоела с этими своими причудами. Я легла в кровать, куклу крепко обняла. Где ты, просыпайся и со мной ты гуляйся. Пожалуйста, кукла настоящая, приди ко мне, я буду с тобой гулять, буду тебе косички плести, пожалуйста. Капа, это нормально вообще? Вообще-то ты просила, чтобы я тебя разбудила в 12. Все, уже 12 часов ночи. 12? Посмотри, нету никакой твоей куклы. Я тебе говорила, Капа, что это все бред. А ты мне не верила. Я что, проспала? Да не проспала ты, Кап, ровно 12 часов ночи, но куклы нет, видишь? Диана, вот... покажи. Время покажи. Капа, уже 12:01, видишь? Точно. Кукла, невеста, ты где? Выходи, тебя Капа ждет. Угу. Диана, ты ее, наверное, прогнала, пока месье спала. Капа, что вообще за бред? Просто я тебе еще сразу сказала, что это заклинание, это все вранье, в общем-то. Диана, может, ты куда-то закатилась? Убежи.
лежала пока. Капа, куда она могла закатиться? Ну, отодвинься. Уж запряталась под одеяло. Я не маленький. Да нет твоей куклы. Ладно, дядь, пошли за перекусим что-то. Печенье какое-то. Да, в 12 часов ночи будем кушать. Ну ладно, идем. У меня стресс. Ой, ладно, идем. Чтобы она отсюда... Диана, ты что такое говоришь? Мы сейчас с ней подружимся. Нет, Кап, я с ней знакомиться точно не собираюсь. Я вообще-то думала, что она будет намного меньше. Тогда, может быть, я бы и разрешила тебе ее оставить. А сейчас давай, ищи заклинание. Нет, Диана, я же тебе говорила, что она будет настоящая. Девочка, она милая, классная. Я не думала, что она будет такая настоящая. Диана, ну ничего, зато мне будет замест подружки. Чем я тебя не устраиваю? Аня, ты с мной гулять не ходишь, а она с мной будет каждый день. Как она мимишная. Мама. Диана, ты слышала? Она первое слово «мама» сказала. Кава, я слышала, что она сказала «мама», но мне кажется, это точно не ее первое слово. Она же все-таки невеста. Диана, ну что? Диана, я к ней. Нет, Капа, нет. Диана, ну и что? Ей же питаться нужно. Капа, ну вот ты иди с ней вместе и питайся. Я туда точно есть печенье не пойду. Диана, как хочешь, нам больше будет. Ну иди. Куколка, это я, твоя мама. Капа, куда ты пошла? Иди сюда. Диана, не отвлекай меня, я с ней подружусь. Капа, зря ты это все задела. Вернись, я сказала. Диана, я сама знаю, что мне делать. Хватит мне уже указывать. Мама. Я не мама тебе. И вообще, ты мне уже больше не нравишься. Мама. Ну что, Кап, как тебе кукла? Понравилась? Диана, ну вообще не очень. И... разонравилась она мне уже. Диана, я так спать хочу. Иди выгони. Кап, сейчас. Не-не-не-не, Капа, назад. Значит так, Капа, во-первых, накладывала эту куклу ты. Ты ищи заклинание давай в интернете, чтобы ее убрать отсюда, ясно? Диана, как я тебя найду? Давай-давай, Капа, ищи. Сама виновата. Мама. И долго она еще мамкать будет? Короче, Капа, давай идем наверх, будем искать заклинание. Идем быстрее. Ищи. Значит так, пиши в гугле, как избавиться от куклы-невесты. Как избавиться от куклы-невесты. Ой-ой-ой, Диана, тут столько много заклинаний. Давай ищи. Как, ну что там? Диана, подожди, как я могу найти? Ой, Кап, короче, давай я поищу. Вот, Кап, вот, нашла. Ой, где Диана? Вот, смотри. О, точно. Давай, читай быстрее. Так, Кап, давай руку. Значит так, читаем. Раз, два, три. Кукла-невеста, уйди. Кукла-невеста, уйди. Кукла-невеста, уйди. Диана, что дальше? Так, Кап, вот это читаем. И больше сюда не приходи. Тут с тобой не будут играть и не будем тебя вызывать. Диана, ну что, она ушла? Кап, откуда я знаю? Иди смотри. Диана, пошли вместе. Капа, твоя кукла, иди смотри давай. Диана, я думала, она будет не настолько настоящая. Капа, иди смотри давай. Я буду еще заклинание искать, вдруг она не ушла.
пожалуйста, пойдем вместе. Посмотрим. Ладно, Капа, но это последний раз, когда я тебя слушаю. Что все сработало. Капа, иди сюда. Больше никаких заклинаний в моем доме, ясно? Диана, смотри, какое платье. А фантики какие? Я их себе заберу. Капа, нет. Мы это все выкинем, понятно? Все, как я сказала, больше никаких заклинаний. Ладно. Завтра утром мы это все выкинем. Так, пошли спать. Давай, Капа, иди. I just wanna hold you, I just wanna look into your eyes.